Et je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie. Благодарю вас, госпожа председатель. Прежде всего, я хотел бы поздравить вас лично и всех женщин-сотрудниц секретариата ООН и аккредитованных при ООН постоянных представительств с Международным женским днем. Именно по этому случаю замечательного праздника мои коллеги по заведенной в России традиции вручали вам цветы. Весьма символично, что этот праздник зародился в Нью-Йорке, когда 8 марта 1857 года женщины вышли на демонстрацию, требуя равных прав с мужчинами. А за сам праздник нам, наверное, надо поблагодарить наших немецких коллег и лично моего друга Кристофа Хойсгена, чья соотечественница Клара Цеткин в 1910 году предложила учредить этот праздник. Мы всегда исконно с вниманием и заботой относились к женщинам и начали отмечать этот праздник еще в 1913 году. А после Октябрьской революции 1917 года наша страна действительно вошла в число лидеров в женском движении, объявив на государственном уровне этот праздник в 1965 году. Республики СССР продолжили свои усилия по улучшению положения женщин, а в 1975 году, как мы знаем, этот Международный женский день отмечается и в ООН. С тех пор Россия по всему миру сделала немало в целях достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Однако, конечно же, еще многое предстоит сделать. Россия продолжит усилия по улучшению положения женщин и обеспечению равных прав и возможностей для мужчин и женщин. Но при этом мы ценим женщин именно за их женственность и нежность. И сами не пытаемся с ними в этом конкурировать. Именно на гармонии полов, на их взаимодополняемости традиционно строится российское общество. Теперь вернусь все-таки к теме нашего заседания. Мы благодарим спецпредставителя генерального секретаря Давида Ширера и госпожу Анжелину Джиал, которую также поздравляем с Международным женским днем 8 марта, за информацию о положении дел в Южном Судане, а также о ходе южно-суданского мирного процесса. Оглядываясь на прошедший год, считаем, что главным событием в нем стало подписание мирного соглашения между сторонами конфликта в Южном Судане. И важно, что южно-суданские стороны продемонстрировали готовность к компромиссу и стремление урегулировать разногласия. Мы приветствуем значительный прогресс, наметившийся в реализации достигнутых договоренностей, отмечаем в этой связи формирование начала функционирования предусмотренным соглашением структуры механизмов. Удовлетворены тем, что после подписания обновленного соглашения фиксируется значительное снижение уровня насилия, а также количество случаев нарушения прав человека в стране. Все большее количество беженцев и внутренне перемещенных лиц изъявляет желание вернуться к местам постоянного проживания. Связываем все это с реализацией мер взаимного доверия, контактами между противоборствующими сторонами на местах. Важно, что благодаря созданным властями условиям безопасности в столицу страны уже возвращаются оппозиционные политики и свободно перемещаются по ней. Отмечаем и намерение лидера оппозиции Риека Мачара уже в ближайшем будущем вернуться в Джубу. Присоединяемся к адресованному южно-суданским сторонам призыву окончательно оформить договоренности по вопросам безопасности, завершить процесс внесения изменений в Конституцию. Исходим из того, что только полное и всестороннее выполнение сторонами взятых на себя обязательств поможет повысить взаимное доверие, избавит их от повторения ошибок, допускавшихся в ходе южно-суданского урегулирования в прошлом. Госпожа председатель, хотелось бы еще раз воздать должное скоординированным посредническим усилиям стран ИГАД, инициировавшим и обеспечившим результативный переговорный процесс в Хартуме в июне-августе, а также подписание важнейших для процесса урегулирования документов. Высоко оцениваем личный вклад президента Судана Омара Башира в достижение мирных договоренностей. Отмечаем, что продемонстрированное регионалами единство подходов к южно-суданскому регулированию сохраняется и сейчас, что крайне важно для дальнейшего сопровождения мирного процесса.
не разделяем мнение ряда коллег, утверждающих, что наметившемуся процессу в южносуданском урегулировании способствовало бы усиление санкционного давления на Республику Южный Судан и введение оружейного эмбарго. Совету не стоит приписывать себе заслуг региональных посредников, которые, кстати, были против дополнительных мер в отношении южносуданских сторон. Призываем посмотреть правде в глаза. Именно действие оружейного эмбарго не позволяет региональным организациям гибко реагировать при помощи собственных инициатив в сфере безопасности. Приветствуем стремление гарантов соглашения оказывать содействие реализации мирной договоренности посредством представления национальных контингентов Судана, Уганды, Джибути и Сомали в состав региональных сил по защите. Видим в этом практическую реализацию принципа «африканским странам африканское решение», а также возможность для эффективного взаимодействия между ООН и ее Советом безопасности и региональными организациями. Будем готовы рассмотреть предметные предложения организации касательно региональных сил по защите после выхода южносуданских сторон на конкретные договоренности по вопросам безопасности. Российская делегация поддерживает продление мандата миссии ООН в Южном Судане, готова конструктивно работать над текстом соответствующей резолюции. Благодарю вас. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie pour sa déclaration.